Напишите, пожалуйста, как слышно? Кто-нибудь меня слышит? Дайте, пожалуйста, обратную связь, что нужно сделать. Если меня хорошо слышно, поставьте плюсики. Может быть, нужно добавить немножко погромче говорить. Или наоборот, немножко микрофон отодвинуть, чтобы не фонило. Если можно погромче. Так, ну, другого микрофона у меня нет. Хорошо, тогда я буду стараться говорить громче. Итак, мы начинаем. Мы, вернее, продолжаем наш курс от новичка к новичку. Давайте изучать продукцию Трада вместе. И сегодня у нас очень интересная тема, потому что сегодня мы будем говорить про Google Ads. И это была просто классика аюрведической медицины для очищения клеток. Да? И мы сегодня прикоснемся немножко к вот этой многовековой мудрости, которую использует аюрведическая медицина. И Google Ads – это просто потрясающий препарат, и ему аналогов нет. Нет аналогов ни в официальной медицине, и нет аналогов даже среди вот, биологически активных добавок, насколько я тоже люблю их, но ни одна из них и просто близко не может подойти вот, по механизму действия и по эффективности к Google Ads. Вот. Вы знаете, я когда готовила эту презентацию, ну, я просто влюбилась в Google Ads. Так, извините. Итак. Очень приятно, что мысли древних мудрецов, да, и мысли вот современных специалистов по оздоровлению, они совпадают в главном, да. И представление о болезнях как о следствии загрязнения организма вредными веществами сформировалось очень давно. И древние врачи, конечно, разработали немало способов очищения. И вот сейчас идет вот ренессанс, как бы, да, и развивается новая молодая наука, называется эндоэкология, да, очищение внутренней среды организма. А методы это были известны уже много тысяч лет тому назад. И вот аюрведа, древнеиндийский медико-философский трактат, да, его можно перевести как чистое знание о жизни, как раз является одним из самых ценных источников по очищению организма. И вот аюрведические представления, конечно, они гармонизируют и с нашими представлениями о том, что гармония и счастье, о которых мечтали люди, это вполне достижимые категории, да, их может достичь любой человек при правильном подходе к организму. Потому что только в здоровом теле, да, есть здоровый дух, есть гармония, есть энергия для достижения и счастья, и успеха, и удачи. А здоровым может быть только чистое тело. То есть грязное и больное тело здоровым быть не может. Большинство людей страдают от скопления в организме токсинов и частиц плохо переваренной пищи. На этом строятся целые теории излечения, да, и создаются вот такие фундаментальные препараты для очищения организма. То есть сейчас целый раздел есть антигомотоксическая, например, терапия, да. А это знали еще 3000-5000 лет тому назад. И на санскрите вот эти болезни загрязнения, да, связаны с так называемой ама. То есть ама – это и есть скопление токсинов,
и частиц плохо переваренной пищи, да, то есть если пища плохо переваривается, она гниет и бродит, отравляет организм. И, конечно, эти токсины не только загрязняют организм и клетки, но и препятствуют усвоению питательных веществ. И пока эти скопления не будут устранены, организм, он голодный, да, то есть он с одной стороны отравлен плохо переваренной едой, а с другой он голодный, и он разваливается. И вот, к сожалению, официальная медицина нам вообще не может дать вот таких хороших, адекватных способов мягкого, и в то же время эффективного очищения организма, да? То есть представьте, если к врачу официальной медицины придет человек с проблемами в позвоночнике или в суставах, ему назначат сразу нестероидные противовоспалительные, потом гормональные, потом операцию, и никто с ним не будет говорить об очищении организма, да? Хотя это понятно, что вот большинство заболеваний, в том числе и артрит, и онкология, а онкозаболевания, так это вообще критическое накопление токсических веществ. Вот еще Аюрведа говорила, что вызывается амой, сопровождается ее образованием или усугубляется ею, да? То есть ама – это токсины, плохо переваренная пища. Симптомы загрязнения – это снижение вкуса, аппетита. То есть иногда люди приходят и говорят: вот вообще есть не хочу, аппетита нет, на еду смотреть не могу, тошнит, да? И наш мгновенный диагноз – интоксикация, да? Плохое пищеварение, достаточно посмотреть у человека язык, и чем он более хуже выглядит, более обложенный, да, тем более нарушен обмен веществ. Это неприятный запах изо рта, это постоянное ощущение слабости, тяжести, замедленности, плохо пахнет от человека, да? Снижение сознания, депрессия, раздражительность и так далее. То есть ни клетка, ни организм не могут жить в отравленной и ядовитой среде. И вот как раз мы разбираем препарат для очищения клеток, да? Вот механизм действия гугулакса. Во-первых, это самая древняя формула в аюрведе. Это классика аюрведы именно для очищения клеток. То есть по механизму действия это мощный лимфостимулятор, да, то есть мы с вами знаем, что постоянно идет обмен, да, и клетка выбрасывает токсины в межклеточную среду, там их подхватывает лимфа, да, кровь дает тоже свои питательные вещества, клетки в крови тоже есть какие-то токсины, и надо очищать вот кровь и лимфу, да. Особенно лимфу, потому что лимфа – это, ну, как канализация. То есть вот посмотрите, пожалуйста, на нижнюю картинку. Вот здесь. То есть мы видим, что клетки, они неплотно вот так прижаты друг к другу. Они как бы плавают в межклеточном пространстве, да? И именно вот здесь вот слепо начинаются лимфатические капилляры. И поэтому лимфу сравнивают с канализацией, то есть она самая первая должна собрать все токсины из межклеточной среды. Дальше они обезвреживаются в лимфоузлах, потом уже лимфатический проток впадает в подключичную вену, да, и там уже стоком крови эти токсины фильтруются печенью, почками, да. И вот, соответственно, чем больше в клетках токсинов, тем больше загрязнена лимфа, тем более увеличены лимфоузлы, тем больше заболеваний, которые вот относятся к группе лимфотоксикозы. То есть сюда можно отнести даже в том числе и все опухолевые процессы, да? И опять же, чем у нас лечатся в официальной медицине опухолевые процессы? Операция, химиотерапия, а в первую очередь нужно мысль направить на очищение клеток и межклеточного пространства, да, и вывод вот этих токсинов в кровь и в лимфу. И хорошо, конечно, под рукой иметь вот такой хороший
эффективный мягкий инструмент. И вот препарат выбора является вот Google Ads, да, потому что, смотрите, он не просто забирает токсины из клетки межклеточного пространства, он еще и способен восстанавливать поврежденные мембраны клеток, да, и привлекать в них вот такой хороший строительный материал. Google Ads усиливает все обменные процессы, да, то есть он усиливает белковый, жировой, углеводный обмен, энергетический обмен. Он улучшает питание клеток и поступление в нее токсических веществ, да, которые мы можем с пищей получить более 2500. Видите, то есть когда клетка загрязнена, да, то она отравлена и она голодная. И вот Google Ads сразу и убирает отраву, токсины, и дает питание. То есть не он сам дает питание, а благодаря нему в клетку поступают питательные вещества из пищи и из растительных комплексов. Да? То есть можно взять вообще очень дорогой какой-то комплекс, допустим, для восстановления суставов, позвоночника. Но если клетки в отравленной ядовитой среде, этот комплекс пройдет вот просто транзитом и нигде даже не задержится. Поэтому любое заболевание нужно всегда корректировать, начиная вот с препаратов для очищения. И Google Ads – это комплекс базового действия. То есть в нашей компании есть три основных вот таких базовых комплекса. Это иммуноблиз, это энергоблиз и Google Ads. И если человек затрудняется, не знает, с чего ему начать, что ему попринимать, что порекомендовать своим друзьям, клиентам, да, так вот, один из этих трех базовых препаратов, и никогда не ошибешься. А лучше всего начинать вот именно с очищения. И понятно абсолютно, что Google Ads очень хорошо продается, это один из самых любимых комплексов, да, потому что нужно очищать организм не только изнутри, не снаружи, но и изнутри. И когда организм чистый, это совершенно другие очищения. Я помню, когда я пришла вот в наш московский офис, да, я спросила, а что это за препарат Google Ads? Мне сказали, ну, очищающий, ну, это же в составе дерева Google, как будто вот это само собой разумеющееся, да? И я так сказала, как будто я знаю, что такое Google, да, и что он из себя представляет. И вот когда я стала искать информацию, что же такое Google, вы знаете, вот действительно, это волшебник, вот просто волшебник Google. Но в первую очередь, как только набираешь вот дерево Google, да, тут же начинают выходить легенды. То есть вокруг этого дерева столько легенд, и не просто так, и это растение упоминается еще в Библии. И представляете, еще вот Адам и Ева, уходя из Эдемского сада, вот даже Адам, как умный мужчина, да, выходя из Эдемского сада, взял с собой веточку гугула для распространения, да, потому что действительно, чтобы сохранить здоровье, клетки должны быть чистые. И вот арабский мирт или мировое дерево, или дерево райских кущ, то есть это просто вот золотой ряд аюрведических растений. И у дерева, вот знаете, очень много свойств. В Google Ads используется экстракт камеди. И я когда увидела, о, экстракт камеди, это пищевые волокна. Думаю, я же про это все знаю, да, то есть... Я привыкла работать с биологически активными добавками, да, и вот какие у нас стандартные схемы очищения организма, это препарат для печени, это сорбент и
пробиотик для восстановления микрофлоры. И тут думаю, о, классно, гугл, это же сорбент, все понятно с ним сразу. И когда я начала спрашивать наших врачей, да, которые работают в компании, что гугл, это же сорбент, мне сказали, нет, да что вы, он только в десятой степени сорбент. Ну, то есть одна десятая его действий – это сорбент. То есть помимо того, что он действительно обладает свойством сорбировать, он имеет еще очень много-много функций, таких, которых ну, даже близко не стоял обычный сорбент, который используется вот в любых компаниях, производящих биодобавки. То есть гугл обладает свойством нормализовать обмен холестерина, да, то есть снижает вот этот вредный обмен триглицериды. Но это даже свойство сорбента. Но ни один сорбент не будет улучшать функцию щитовидной железы. А вот гугл обладает этим свойством, причем стимулирует выработку тиреотропного гормона гипофиза. Да? То есть гипофиз – это же начальник над всеми эндокринными железами. И за счет того, что щитовидная железа начинает лучше работать, да, а она вырабатывает гормоны, которые отвечают за энергию в организме, то есть любую биохимическую реакцию, чтобы она нормально протекала, ее надо подогреть. Да? То есть начинает лучше работать щитовидная железа, уже автоматически лучше протекают биохимические реакции. Кроме того, гугл защищает миокард от действия свободными радикалами, да? То есть вот протектор для сердца. Это же тоже здорово, потому что сердце энергетический орган, нуждается особенно в энергии. И просто потому, что мы дышим, уже подвергается действию свободных радикалов. Надо защищать. Потом мощный противовоспалительный эффект сравнимы даже с нестероидными противовоспалительными средствами. Ну, то есть это всем известный ибупрофен, там, нурофен, НАС и так далее. Да? Очень токсичный препарат. Я имею в виду нестероидные противовоспалительные. Они по рейтингу стоят на первом месте и вызывают огромное количество осложнений, в том числе язвенную болезнь. Так вот, это же здорово, что есть растения, обладающие мощными противовоспалительными средствами, при этом без побочных действий, без токсического эффекта. То есть это антисептик, противовоспалительное, противогрибковое, ранозаживляющее свойство. Гугл активизирует процесс восстановления тканей, да, регенерации, особенно нервной, которая особенно страдает в результате стресса. Уменьшает содержание лишнего жира, токсинов, вот, отмерших тканей, способствует в том числе рассасыванию опухоли. Способствует выведению из клеток липофусцина, то есть это пигмент такой, при накоплении которого более 30% развивается клеточный апоптоз, это вот клеточная смерть, да? То есть защищает клетку от смерти. Снимает отеки, выводит излишки жидкости из организма, это тоже важно. Стимулирует восстановление поврежденных хрящей, связок, костей. Укрепляет, омолаживает соединительную ткань. То есть при всех заболеваниях опорно-двигательной системы. Кроме того, активно связывает мочевую кислоту и оксалаты. Поэтому там, где мочекаменная болезнь, там, где подагра, где вот это отложение солей, все хрустит, да, тоже гугулакс очень эффективен. Активное вещество в дереве гугул, да, это гугулстерон, так называемый. Ну вот мы знаем холестерин, да, и вот все, что похоже по сочетанию, по звуку на стерон, стерин, фитостерин, гугулстерон, это уже просто, видите слово, и если есть стерон, стерин, это уже, что касается вот растений, да, это уже противохолестериновое действие, оно уже зашифровано в названии. И вот смотрите, вот этот гугулстерон нормализует углеводный, жировой, белковый обмен, да,
обладает антиоксидантным, кровоочистительным, антисептическим, противогрибковым, противоотечным, патогонным, мочегонным, анальгетическим, противовоспалительным, противоспазматическим, ветрогонным, отхаркивающим, ранозаживляющим, вяжущим, адсорбирующим свойствами. Вот давайте, друзья, подумаем логично. Есть ли вообще вот среди фармпрепаратов хоть какая-то таблетка, которая обладала бы подобным количеством свойств без единого побочного эффекта? Да? Вот смотрите, человек решил, что он царь природы, и в годы Великой Отечественной войны был разработан первый антибиотик, да? И с тех пор пошла развиваться фармакотерапия, и человек почему-то решил, что он своим умом создаст какую-то таблетку от всех болезней. Но в природе все есть, и причем используется уже тысячелетиями, используется эффективно, опробовано на многих поколениях, и просто огромное, огромное количество свойств вот в составе вот этой смолы. Видите, по сути, гуголстерон содержится вот в этой смоле миртового дерева. Надо сказать, вещество очень ценное, да, как слезы дерева. Не такое уж большое количество его можно собрать, да. И дерево очень ценится и почитается, конечно, ну, почти как священное, да, еще бы столько полезных свойств. И вот по моему мнению, да, вот по моему ощущению, вот если вспомнить способы приготовления аюрведической рецептуры, то гугул – это вот абсолютный царь в препарате, абсолютный просто царь, да, то есть основное действующее вещество, которое само может решить очень много проблем, то есть сам царь, да, но ему нужны помощники, да. И вот куркума по ощущениям – это царица, да, вот гугул – царь, а куркума – это царица, еще и длинная. А вот, то есть в лечебных целях куркума используется тоже несколько тысяч лет, ее еще называют шафран индийский, тоже один из наиболее известных компонентов аюрведической медицины, еще используют в китайской традиционной медицине. Сильный антиоксидант, противовоспалительное средство, антимикробное, способствует выведению токсинов из желудочно-кишечных трактов, ну и стимулирует выработку пищеварительных соков и желчи. Да? Это очень важно, потому что, вот смотрите, мало выводить токсины, надо же, чтобы они перестали образовываться. Они образуются каждый день в результате просто плохого переваривания пищи. И значит, надо улучшать переваривание пищи. И это очень здорово, что вот в составе аюрведического комплекса Гугулакс, да, помимо вот такого мощного очищающего гугула, есть еще и компоненты, улучшающие переваривание пищи. Амла или индийский крыжовник, то есть мы знаем, что в Трада амла есть вот отдельным комплексом. Одно из целебнейших растений, то есть не просто целебное, целебнейшее. Богатый источник витамина С и разные формы витамина С, причем соединенные с танинами, с галлиевой кислотой. То есть это говорит о том, что замедленное булеосасывание витамина С, и значит вот эти вот танины и галлиевая кислота, они пролонгируют действие витамина С. И поскольку витамин С обладает свойством окисляться, то они препятствуют его окислению. И благодаря вот этой связке, вот эти плоды амлы долгое время способны сохранять витамин С. Кроме того, есть биофлавоноиды, каротиноиды, да, то есть эти слова мы хорошо уже знаем. Это действующие вещества растения, обладающие мощным антиоксидантным действием, то есть защищают клетки.
Если мы вспомним Ливаблис, да, то в Ливаблисе тоже в составе была амбла, и вот билирический мирабала, то есть очень популярные аюрведические растения. Тоже применяется с древних времен аюрведе, и интересно, что с санскрита название этого растения переводится как устрашающее, да? То есть страх для всех болезней, поскольку болезни тут же отступают перед ее целебной силой. Вот, Эль, я так люблю, когда очень красивое описание какого-то растения, да, и рассказываешь, и картинка, вот прямо сразу формируется какая-то картинка. Терминалия берелика, устрашающая, страх для всех болезней, страх и ужас, да. Обладает антиоксидантами, тонизирующими свойствами, способствует очищению кишечника от токсинов. Но это только малая часть, да, понятно, что для того, чтобы напугать болезни, растения обладают более мощной силой. Растение должно быть очень сильным вот таким антиоксидантом и очистителем. Еще один мирабалан – хибула, да, то есть это царь среди всех растений на Земле. Этот мирабалан тоже входит в состав ливаблиса, да. И вот смотрите, друзья, как здорово и как правильно принимать вот средства одного производителя, да. Потому что мы видим в ливаблисе есть амла и два мирабалана, и они же есть и в гугулаксе, да. И можно вполне пить и ливаблис, и гугулакс, и действие этих мирабаланов только будет усиливаться, да, то есть вот две формулы, они не будут конкурировать между собой, а будут только усиливать друг друга. То есть мирабалан хибула – это редкое растение, считается самым целительным из всех средств, имеющихся на Земле. Представьте только, вот вы только представьте, мы же вот сегодня мы прикасаемся вот такой вот мудрости к самым целебным растениям из всех имеющихся на Земле. Уникальный плод имеет 17 из 20 важнейших аминокислот. То есть белок растительный, в котором не хватает всего 3 аминокислоты. Содержит еще и ценные витамины и минеральные вещества. Плоды этого растения не только излечивают от всех болезней, но и обладают живительными свойствами. Продуцирует телесную теплоту, способствует пищеварению, опять же выводит токсины из желудочно-кишечного тракта, оживляет всю систему пищеварения, да, корень вот нашего тела. Да. То есть пищеварительная система – это корни нашего организма, которые как бы вот получают все живительные соки, потом разносят их по органам. Ну, в составе еще известный нам имбирь, который мы любим. Интересно, что по-русски это имбирь, а в переводе санскрита это универсальное лекарство. Тоже улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Улучшает секрецию желудка, мы знаем, это очень важно, потому что вот чем старше человек, тем хуже у него выработка желудочного сока. И поэтому плохо впитываются питательные вещества, а белки, которые не пропитываются желудочным соком, они загнивают, отравляя организм. Да? Поэтому очень важно вот такое вот стимулировать секрецию. Причем, понимаете, это же растения, у них какая-то своя мудрость. И если повышенная кислотность желудочного сока, они не будут ее стимулировать. Они стимулируют пониженную, они вот сами находят слабое место, встраиваются и начинают регулировать. Повышает аппетит. А раз повышается аппетит, значит снимается интоксикация. То есть пища лучше переваривается, организм повышает аппетит, думает, наконец-то, сейчас давайте больше переварю. Снимает симптомы морской болезни. То есть если человек страдает от укачивания, то есть и тошноту, и слабость головокружения,
уменьшает холестерин, нормализует давление и профилактическое средство против опухолевых процессов. В составе также известный нам черный перец, обладает общеукрепляющим, болеутоляющим, бактерицидным, противовоспалительным, отхаркивающим глистогоном и мочегонным, повышает стрессоустойчивость, улучшает работу пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринных систем. Смотрите, действует практически, опять же, позитивно на весь организм. Известная, любимая всем специя. В составе алкалоид называется капсаицин, который вот и обладает всеми вот этими перечисленными действиями и свойствами на наш организм. Ну и традиционный индийский черный перец, пипали. Смотрите, как интересно растет вот такой шишечкой длинненькой. Упоминался еще в древних аюрведических рукописях. Одна из этих рукописей называется Чирака Самхита. Считается самым древним и значительным среди дошедших до нас аюрведических канонов. И вот она описывает этот перец пипали как сильный стимулятор для пищеварительных дыхательных систем. Согревает, устраняет холод, застой, вот эту аму, да, восстанавливает ослабленные функции, омолаживающее средство. Итак, я думаю, вы вот просто понимая свойства всех компонентов, входящих в состав, вот уже восхищаешься и понимаешь, для чего нужен этот комплекс, кому ему рекомендовать, и понимаешь, что замены ему нету, аналогов нету, все вот сорбенты и натуральные, и ненатуральные, и минеральные, они просто рядом не стояли, да, и смотрите, сколько вот вообще БАДов, допустим, может заменить один гугулакс, да, и насколько эффективно он действует. Итак, кому ему рекомендовать? Ну, во-первых, абсолютно здоровым людям. Слава Богу, что такая тенденция ширится и развивается. И все чаще приходит на прием молодежь и говорит: доктор, проверьте меня. У меня ничего не болит, проверьте меня, да, я хочу быть здоровым. Или вот приходят девушки молодые, говорят: доктор, ничего не болит, готовлю к зачатию ребенка. Я думаю: боже, счастье привалило, боже, вот, наконец-то я дожила. Ко мне приходят не бабки старые с кучей болезней, да, а приходит молодежь здоровая, которая говорит: проверьте меня. Я хочу дальше быть здоровой, я бизнесом занимаюсь, мне энергия нужна, мне здоровье надо. А по закону биологических систем, да, одна из систем всегда будет слабая, да, и ее всегда нужно можно укрепить. То есть какой бы здоровый человек ни был, да, его все равно можно укрепить, слабое место можно найти. И, в общем-то, как китайцы, да, то есть китаец приходит на прием к врачу, когда он здоров, чтобы понять, где у него слабое место, укрепить его и дальше быть здоровым. Ну, это вот философия, да, это китайские традиции, то есть у них испокон веку китайский император платил врачу, когда был здоров, а когда заболевал, то платить переставал. И вот мы, наконец-то, к этому идем вот из невежества в просвещение, да? Поэтому в первую очередь гугулакс нужно рекомендовать абсолютно здоровым людям, чтобы были еще здоровее, еще умнее, еще энергичнее, еще успешливее, да? Кроме того, при любой интоксикации. Мы на сегодняшний день говорим, что вот работая в сфере натуральной медицины, да, мы выделяем три основных причины огромного количества болезней. И первая причина всех заболеваний – это интоксикация, да, загрязнение клетки и внеклеточного пространства. Следующая причина – это дефицит энергии клетки. А следующее – это уже дефициты витаминов, минералов,
микроэлементов и питательных веществ. Да? И понятно, что когда клетка в состоянии интоксикации, она не может выработать энергию, она не может усваивать питательные вещества. Поэтому какое бы мы заболевание ни взяли, там все равно есть интоксикация. То есть поэтому Гугулакс можно назначать при любом нарушении, в основе которого токсикоз или дефицит питательных веществ. И понимаете, вот здесь вот дальше можно перечислить просто вот справочник внутренних болезней по оглавлению. Да? То есть практически в основе каждого заболевания есть интоксикация. Но все-таки кое-что перечислю. То есть при нарушении пищеварения, да, причем любые заболевания, гастрит, там, колит, энтероколит, холецистит, там, панкреатит, эзофагит, там, любые, да, при заболеваниях печени, желчного пузыря, причем нет противопоказаний, если там есть желчь каменная, при застойных процессах кишечники, в том числе геморрой хорошо поддается лечению, да, коррекции, правильно сказать, неспецифический язвенный колит, который в официальной медицине вообще не лечится, просто группа инвалидности оформляется, энтероколит и так далее. Любые хронические инфекционные заболевания, вот тонзиллит, там, отит, бронхит, гайморит, там, все, что в медицине оканчивается на «ит». Вот любой диагноз, оканчивающийся на «ит», да, это острое или хроническое инфекционное заболевание. При острых тоже подходит и грипп, и ОРЗ, и ангина. То есть только-только заболеваете, тут же Гугулакс. Да, если заболели гриппом, температура высокая, вместо того, чтобы сбивать температуру, нужно давать Гугулакс, который будет быстро выводить продукты распада вируса, да, продукты жизнедеятельности вируса, продукты жизнедеятельности бактерий, и именно за счет этого температура падает. И ни в коем случае не надо вот сбивать фармакологическими препаратами, если нет необходимости. Да? Вот. Соответственно, жителям экологически неблагополучных районов, людям, которые вынуждены постоянно принимать медикаменты, да, потому что любая таблетка – это удар по печени, да. Если работа связана с профессиональными вредностями, если человек курит и употребляет алкоголь, да, вот у курящих мы видим на диагностике вот такие специфические пневмонии курильщиков, да, это постоянно идет интоксикация и с помощью тех смол, которых человек дыхает, и из-за вот этой токсической пневмонии, которая постоянно есть в организме. И даже человек бросил курить, 5 лет не курит, а пневмония есть, и это очаг токсинов на организм. Да? В то же время можно для усиления действия любых фитопрепаратов и БАДов очищающего действия. Да? То есть сочетается с любыми очищающими процедурами. Вот человек едет в санаторий очищаться, пусть возьмет с собой Гугулакс. Идет в сауну очищаться, Гугулакс надо взять с собой. Тюбаш, то есть тоже можно, и Ливаблис, и Гугулакс. Это все просто великолепно, совсем сочетается. Понимаете, очищает клетку, клетку очищает. И вот сейчас модно такие, знаете, клизмы. Ой, это отдельная тема, мы всегда над этим смеялись, когда вот слушали Малахова с его вот этими теориями клизмы, клизмы, клизмы. Мне подруга рассказывала, она работает в Николаеве, вот таким врачом, просто участковым. И говорит, однажды открыли такой кабинет, где вот промывание сифонными клизмами, и написали модно гидроколонотерапию. Дали рекламу, очередь записалась на 2 месяца вперед. Она говорит, а мы идем, и нам так хочется внизу на ручкой приписать клизменное. Столько потом осложнений, так микрофлора вымывается, что очень тяжело вот потом после этого всего выходить. То есть на самом деле очищение, вот, которое рекламируется в виде клизм, да, это противоестественно.
допустимо вот в случаях острого отравления, да, какая-то токсикоинфекция, и когда вот промывать надо и вот с одной стороны, и с другой, да, а на самом деле очищение организма должно идти вот естественным путем через желудочно-кишечный тракт с помощью вот таких эффективных препаратов очищающего действия. И вот одним из самых эффективных, вот, конечно, понимаете, аюрведические комплексы, даже вот, ну, ни с этой смектой, ни с углем активированным, даже не вот с БАДами, ну, даже не сравнишь, да, это намного вот выше и эффективнее. Ну, кстати, если острая токсикоинфекция, то, конечно, Гугулакс в первую очередь, и тут уже не одна таблетка, а как минимум 6, да, но по необходимости от большего к меньшему. Также смотрите, ценность Гугулакса в том, что его можно рекомендовать при любых опухолевых процессах. То есть приходят люди, говорят, у меня киста на почке, у меня там киста на печени, у меня там еще где-то киста. Вот, то есть кисты разной локализации. Женские гормонозависимые опухоли, кисты, миомы, мастопатии, эндометриозы, которые сейчас у каждой второй женщины. Да? Аденома предстательной железы, в том числе для профилактики. Полипы любой локализации, то есть полипы в носу, полипы в желчном, полипы в кишечнике. Липомы, вот эти жировики на коже, да, то есть мы говорим, Гугулакс – это мощный лимфостимулятор. А вот эти опухолевые процессы все, их можно расценивать как лимфотоксикоз, да. Вот пришли врачу, удалили там матку с яичниками, да, токсикоз как был, так он никуда и не делся. А без матки яичников, особенно в молодом организме, там жизнь совсем даже не сладкая. Вот. А также Гугулакс при любых аллергических заболеваниях. То есть это и пищевая аллергия. Ну и разновидности аллергии, диатезы у детей, нейродермиты, да, все вот эти дерматозы, высыпания, угри там и так далее. Да. Вчера я общалась с Константином Борисовичем. Это всегда для меня просто праздник и счастье посидеть с ним на стажировке, и он рассказал такой нюанс, что особенно люди с почечным токсикозом, да, и вот часто бывает приходят люди почечный токсикоз, у них уже вот так вот угри расположены, да, вот где борода растет, у них так синие угри, более или менее у кого. И если неправильно начинают принимать Гугулакс, да, то эти угри могут обостриться. Вот буквально девушка приходила, которые месяц назад поставили диагноз почечный токсикоз, ну, Константин Борисович поставил диагноз, да, назначил программу при этом токсикозе, и в том числе для усиления этой программы, там, Гугулакс, и сказал ей, вот, дождитесь, дождитесь, пока моча станет мутная. Но он говорит, они всегда не дожидаются, начинают раньше пить Гугулакс, вот эти прыщи могут обостриться. Но девушка пришла вполне адекватная, она просто хорошо всю эту тоналкой замазала и говорит, ну вот буквально 5 дней назад было просто караул, а сейчас кризис миновал, они пошли на убыль, я просто пришла вам показаться. Константин Борисович сказал, хорошо, процесс идет, воды надо больше и так далее. Да? Поэтому это вот такая особенность, у кого-то бывает, у кого не бывает, да, но в то же время какие-то нюансы нужно знать. В программах коррекции веса, в том числе и метаболический синдром, да, то есть метаболический синдром – это вот такой смертельный квартет, да, то есть сочетание избыточного веса, повышенного сахара, повышенного давления и повышенного холестерина. То есть в чистом виде болезнь цивилизации, которая в природе быть не должно и очень плохо поддается коррекции, да, обычными методами. То есть люди приходят и рассказывают, пью там 2 таблетки от сахара, 4 таблетки от гипертонии, еще 2 там от повышенного холестерина, живот только растет, состояние только ухудшается и так далее.
И вот очень интересно, что Гугулакс помогает даже и при мигрени. То есть при головной боли отмечен очень хороший результат. Вот сегодня Евгения рассказала, что тоже спасибо большое за информацию, за помощь, за желание поделиться всегда. Вот что Гугулакс оказывает вот очень быстрый просто эффект при мигрени, да? То есть, понимаете, мигрень – это такое заболевание, вот кто знает, тот поймет, насколько ценны любые препараты, которые снимают головную боль, потому что она ничем не снимается при мигрени. И понимаете, вот иногда действие трав, оно волшебное, вот просто волшебное. То есть вот пытаешься умом понять, ну за счет чего же, ну за счет чего Гугулакс снимает мигрени боль? Мигреневую, да? Ну, может за счет того, что очиститель, может за счет того, активатор обменных процессов, может за счет того, что улучшает щитовидную железу, может за счет всего-всего, да, вот просто в чистом виде волшебство, вот просто. И иногда к этому так и надо относиться, да? Как применять Гугулакс? Ну, как все аюрведические комплексы, компании Трада по таблетке 2 раза в день после еды, запивая водой. И, конечно, комплексы очищающего действия требуют не менее литра воды и усиленных гигиенических процедур. То есть, если человек привык принимать душ там через день или через 2 дня, то тут, может быть, надо и 2 раза в день. Да, и еще добавить какие-то гигиенические процедуры и следить за регулярным опорожнением кишечника. Да, то есть мы пьем Гугулакс, да, с целью вывести токсины из межклеточного. Да, то есть это достаточно длинный путь. То есть из клеток, из межклеточного пространства в лимфу. Да, в кровь, потом это фильтруется печенью, почками, да, и очень важно, чтобы это хорошо все выводилось, да, чтобы человек пил достаточно воды, чтобы это выводилось все с мочой, чтобы ни в коем случае не было запора, да, иначе какой смысл? Потому что запор – это самоотравление, да, и какой смысл выводить токсины и при этом ходить в туалет через 2 дня на третий, да, чтобы они всасывались обратно, да. То есть правильно питаться, с большим количеством клетчатки в пищу, да. Конечно, здоровая пища, без всяких гадостей. И длительность приема 1-3 месяца. То есть, опять же, от степени загрязненности, да. Как понять степень загрязненности? То есть какой у человека диагноз, во-первых, сколько у него диагнозов, да? Мы когда учились в медицинском институте, это уже был 5-6 курс, когда там мы брали больного, писали его историю болезни, и вот обычные студенты сдают курсовые работы, а мы сдавали истории болезни. Мы были просто поражены, когда вот у одного человека диагноз, вот это половина страницы форматом А4. И мы думали, боже, вот насколько наш организм, он способен выдержать огромное количество болезней и при этом оставаться, ну, трудоспособным, да? Так вот, степень загрязненности, как бы, можно так на глаз определить, сколько у человека диагнозов и насколько страшно они звучат, да? То есть есть такие диагнозы, как страшные, да, онкология, там, гепатит С, там, рассеянный склероз, там, ревматоидный артрит или еще, ну, страшные, да, диагнозы. То есть чем страшнее диагноз, тем человек более загрязнен. Соответственно, тем аккуратнее нужно начинать даже с меньших доз, да, тем больше воды надо пить и тем вот отслеживать те изменения, которые будут проходить в организме на фоне приема Гугулакса, да. То есть могут быть кожные высыпания, могут быть учащения стула,
могут быть какие-то спастические боли в кишечнике. Ничего страшного, то есть требуется увеличение потребления чистой воды, то есть не литр, а 2 литра, да, можно и больше. Это временный эффект выведения токсинов. Да? И вот мы знаем, что после приема гугулакса, да, могут быть и какие-то в стуле выделения, да, и в моче какие-то выделения, и вот другие эффекты очищения, да, и вот изменения потом вкусовых пристрастий, да, когда организм очищается, у него меняются вкусы. И вот думаешь, как бы говорить об этом человеку или не говорить, да, то есть вот скажешь ему, что вот такие-такие эффекты очищения. Он испугается, не будет принимать, да? Не скажешь, испугается, если они начнутся. А они могут не начаться, да, у всех по-разному. Иногда может и не быть, и никаких высыпаний, и ни очищения, ни вот учащения стула, да, ни выделений, ни примеси. Просто вот как бы человек чувствует себя лучше, 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 да? Вот, поэтому вот так индивидуально нужно человеку рассказать. Ну, можно как-то обтекаемо, да, что если начнутся какие-то эффекты, связанные с очищением, да, то не бояться, перезвонить лучше, как Константин Борисович все время говорит, смс-очку мне, отрапортуйте в телеграфном стиле, вот, и я вас благословлю, да, что вот эффекты очищения идут, и, слава Богу, все хорошо. Вот понимаете, с чем связаны эти эффекты, что... Клетки же живут, они, не каждый человек занимается своим здоровьем. Да? Процентов 10 людей только занимаются своим здоровьем, процентов 90 нет. Да? И поэтому, когда человек наконец-то начинает принимать растительные, такие классные препараты высокого качества, клетки что думают? Они думают, супер! Наконец-то идет лимфостимулятор, да, наконец-то мы можем сбросить вот те токсины, которые могут лежать годами, да, и построить новые клетки из качественного материала, да, они радуются и начинают вот выбрасывать те токсины, да, и это счастье видеть вот эти эффекты очищения организма. Их надо вот принимать с пониманием и с уважением к своему организму и вообще очень радоваться. А если их таких нету, вот выраженных эффектов, ну тоже радоваться, значит, не настолько уж сильно и загрязнен организм. Для усиления действия аюрведических комплексов тоже может использоваться гугалакс. Да? То есть мы говорим, что завод-производитель нам не рекомендует увеличивать дозировки, да, то есть, ну, самим без рекомендации врача, то есть Левоблиз по 1-2 раза, да, Уригард там по 1-2 раза, а если хочется их усилить действие, то добавить еще к программе очищения, да, или к программе там любой гугулакс для усиления детоксикации и вот всегда активизирует действие, особенно очищающих комплексов, Уригарда, Левоблиза, Трифолакса, и усиливает всасывание вот этих полезных веществ, которые есть в достаточном количестве в этом же Уригарде, Левоблизе, Трифолаксе, да, и в таком случае, допустим, Уригард утром и вечером, Левоблиз утром и вечером, Трифолакс утром и вечером, вот гугулакс между основными приемами, приемами основного комплекса. То есть Левоблиз утром и вечером, гугулакс в обед. Если человек сильно загрязнен, однако таблетка, да, если хочется две, то две, да, то есть человек чувствует тоже по себе, еще зависит там, или худенькая женщина мало кушает, да, там 45 килограмм, ей одной достаточно таблетки. Если это мужчина 100 килограмм, понятно, ему можно и 2, и 3, да, но начинать вот с меньшего, сначала одну, потом две и так далее. В зависимости от цели гугулакс можно комбинировать, да, особенно хорошо сочетается гугулакс вот
иммуноблиз, ливаблиз, эублиз, энергоблиз, уригард, трифалакс и оджаспушти. И вот какие примеры оздоровительных программ. Например, да, для очищения желудочно-кишечного тракта. Это эублиз, трифалакс, гугулакс. Да, вот, мне сегодня Евгения рассказала, что для вот, коррекции геморроя, например, очень хороший эффект достигается трифалакс плюс гугулакс. Да. Вот. Для улучшения работы мочеполовой системы уригард плюс гугулакс. В программах коррекции веса глюгард нужен для нормализации углеводного обмена, да, вот, потому что лишний вес, как правило, у углеводников, да, которые, у людей, которые не могут контролировать потребление углеводов, у которых нарушен углеводный обмен. И гугулакс, причем завод производитель даже рекомендует 6 таблеток гугулакса в программах коррекции веса. Да. Но начинать всегда нужно аккуратно, с меньшего. Да? Вот. Можно хорошо гугулакс, как мы говорили, для коррекции гормонозависимых женских опухолей, да, в комплексной программе, там Минкор и гугулакс, например, для женского здоровья, опять же, усиливает действие Минкора. Соответственно, для мужского здоровья, опять же, мужской комплекс Бальямин, да, и гугулакс. И в заключение, очищайте свой организм. Высвобождаемые чистками запасы энергии, они просто колоссальны. И чем больше энергетический ресурс человека, тем он могущественнее, тем шире его возможности. У кого много энергии, тот богат. Богат во всех отношениях, да? Так что очищение дает ключи к решению очень многих проблем, никак с очищением напрямую не связано. Да? Вот, поэтому очищайте свой организм, используйте гугулакс, полюбите его. Вот он такой классный, он невероятный, он неповторимый просто, ему нет аналогов, он эксклюзивный, он такой аюрведический. В нем используется мудрость, вся древняя мудрость. Мудрость аюрведических специалистов. Так, спасибо большое всем за внимание. Так, почему нельзя увеличивать дозы фиторецептур трада? Да? Ну, во-первых, дозы увеличивать можно, но только по рекомендации специалиста. Да? Вот я, допустим, врач, да, Евгения Авдеева врач, Константин Борисович врач, и понятно, что Константин Борисович может назначить там гугулакс 6 таблеток в день, и он несет за это ответственность. Да? То есть он дает свой телефон, и он говорит, вот, если что случилось, мне писать в любое время, мне звонить, я откорректирую. Да? Мы же, ну как, мы консультанты, да, и работая с человеком, и не имея медицинского образования, ну, для безопасности не рекомендуется увеличивать дозы, да. То есть это техника безопасности применения аюрведических средств. Да? Поэтому, конечно, дозы можно увеличивать в зависимости от ситуации, но только под контролем специалиста. Да? Потому что, понимаете, препараты-то сильные. Они же ну, сопоставимы по эффективностью, вот, по быстроте, вернее, с фармпрепаратами. И если человек очень сильно загрязнен, и ему сразу назначить большую дозу, то он может испугаться очищающей вот этой реакции. Мы можем это испугаться, мы можем не справиться. Ну, зачем нам человека пугать и терять, если можно все это сделать
мягко и корректно, да, вот. Галина, я ответила на ваш вопрос, вы удовлетворены или что-то еще непонятно? Значит, профилактически ГУГУЛАГС принимается 2 курса в год по 3 месяца, да? Это профилактический прием, да? Почему 3 месяца? Потому что 3 месяца – это цикл обновления клетки. И вот это очень хорошо понятно самим понять, да, и понятно клиентам объяснять, и им очень хорошо на слух ложится, да, почему не 2, не 4, потому что 3 месяца – это цикл обновления клетки. А за полгода организм опять загрязняется, опять какие-то проблемы с пищеварением, да, у нас же стрессы, у нас экология, у нас образ жизни, на нас воздействует окружающая среда, да, поэтому профилактически 2 курса 3 раза в год. Так, для коррекции веса Глюгард 1 таблетка плюс Гугулаз 6 таблеток или порон. Ой, ребята, я это же для примера сказала, что Гугулакс 6 таблеток. Вы знаете, нельзя лечить человека заочно. И нельзя заочно назначать дозировки. Да? Это я для примера привела, пойми, что завод-производитель, да, не боится для коррекции веса рекомендовать 6 таблеток Гугулакса. Да? Но это не значит, вот ради бога, не говорите, что вот доктор Костина сказала, что в программах снижения веса 6 ГУЛАГСа. Это для примера, да, с учетом индивидуальных особенностей, каждому человеку свои дозировки, пожалуйста, да. Если вы в чем-то сомневаетесь, что касается индивидуальных программ, да, то в компании есть вопрос эксперту, и один из экспертов компании, Евгения Авдеева или еще кто-то, вам обязательно ответит, когда вы опишете там свою ситуацию, расскажете там. То есть прошу понимать меня правильно. В среднем же коррекции веса это 1-2 таблетки Гугулакса 2 раза в день, да, и по 1 таблетке Глюгарда 2 раза в день. Ну, это вот такая средняя, да, схема коррекции. То есть 6 таблеток это только по рекомендации специалиста. В небольших количествах их можно рассматривать как специи к пище. Ну, не знаю. Вы знаете, я бы не стала аюрведические комплексы рассматривать как специи к пище, даже в небольших дозах, потому что, ну, само растение гугул, да, ну, вообще никак нельзя назвать специей. Ну, черный перец, это да, это специя, но сами специи, они обладают тоже лечебным действием. То есть этот же перец, это же куркума, да, это специи, но они все улучшают переваривание там, особенно тяжелой пищи белковой, да. Они активируют выработку желудочных и вообще всех пищеварительных соков. Они обезвредят какую-то инфекцию, которая попала в эту пищу. Они инактивируют какие-то канцерогены, которые там образовались, вот, допустим, при жарке пищи, да. Поэтому, ну, я бы не стала рассматривать комплексы компании Трада как специи к пище. Это все-таки для очищения организма. Привязывается ли начало курса профилактического очищения к лунному или солнечному циклу, да? Значит, понимаете, Наталья, если вот просто европеец, да, обычный среднестатистический, и
йогу не изучает, не любит там, да, аюрведа не интересуется. Вот у нас же разные люди, да, и есть чисто вот такие западные. И если им скажешь, вот, начинать очищение там с лунным циклом, вот у меня просто были такие, да, и они потом на меня так смотрели, что я им больше такого никогда не говорила. Они так вроде сначала хорошо с тобой разговаривать, объясняешь, а потом было у меня такое в начале несколько раз, когда я говорила, вот начинайте очищение на убывающей луне. И это было типа такие стеклянные глаза, в которых там читалось глубокое разочарование доктором, да, что вот на самом деле очищение можно начинать в любое время, в любой день, да, и производитель вот аюрведа, близ аюрведа, ну, таких рекомендаций не дает, да, что строго начинать на убывающей луне или привязывать к лунному или к солнечному циклу, да, но мы же работаем с разными людьми, у нас их много, и сейчас много и приверженцев йоги, и приходят к нам люди, вот подкованные в эзотерике, да, которые, наоборот, могут сказать, а что вы, доктор, так безграмотно работаете, почему вы не назначаете очищающие препараты там на убывающую луну, да, вот, и поэтому можно и так, и так. И ну просто надо смотреть по человеку или по себе. Вот для тех, кто живет по Луне, да, лучше, конечно, привязывать к лунному циклу, да. То есть, например, у меня есть коллега, ей так вот понравилось после лекции эта работа там по лунному циклу, она теперь все сверяет с Луной. То есть переговоры там на растущей Луне, очищение на убывающей луне. То есть если для себя вы начнете на убывающей луне, то это только плюсом, да? Ну да, не, ну скажем так, не все наши люди готовы работать с циклами, да? Тут вот, ну как-то мягко у человека надо спросить, да? Знает ли он что-нибудь о лунных циклах, о солнечных циклах? Не знает, и всю эту тему быстренько занять. Да. Вот. Ой, ну спасибо большое. Спасибо, Галина. Спасибо, Наталья. Спасибо всем за спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо за интерес к продуктам компании. Спасибо за вашу любовь к аюрведе. Спасибо за участие, за вопросы. Спасибо. Вот. Всем хорошего дня, хорошей продуктивной недели, у нас хорошая погода и любое время года благоприятно для очищения. Если вопросов больше нет, то мы заканчиваем конференцию. До свидания, Алексей, спасибо за участие. Спасибо, Елена, спасибо, Светлана. Я думаю, вы тоже уже полюбили все эти комплексы. Я вот Google Ads.